Ребята, всем привет! Меня зовут Ира и добро пожаловать на мой YouTube-канал. В этом видео я хочу вам рассказать о своей парфюмерии, которую я приобрела тоже в путешествии. Вот, и вот их будет всего лишь 1, 2, 3, 4, 5, их будет 5 ароматов. Вот, ну, давайте начнем. Абсолютно разные ароматы, разнообразные, притом все осознанные покупки, то есть, кроме одного, который был у меня куплен без затеста. Ну, давайте, значит, начнем с первого аромата. Это Мема, французская кожа, тревел-версия. Хотела себе именно тревел-версию, она вот находится в такой вот коробочке. Вот, и здесь вот такой пенал. Вот, видите, как прикольно смотрится. Значит, что у нас здесь? У нас здесь, ну вот просто, вот не знаю, 10 миль, и посмотрите, как прикольно выглядит. Такая коробочка, ну, в общем, вот в таком чехле. Он как замшевый такой прикольный, мне нравится. Все вот ниточки, все веревочки, все как положено, строчечка к строчечке. Вот, смотрите, как вот он выглядит. 10 миль, вы видите, я им попользовалась. Вообще, на самом деле, сейчас думаю, наверное, надо было все-таки взять 100 миль. Вот, но я подумаю, пока его на себя распрыскаю, потом уже буду точно знать, нужен мне он или не нужен в полном размере. Но аромат классный. Здесь, знаете, как вот холодная роза на подложке кожаной, даже не кожаной, а больше замшевой, как я его вижу. И роза холодная, роза такая зеленая, с зелеными стеблями и, ой, классные, и так вот даже с шипами чуть-чуть, да, вот она такая, она абсолютно без сладости, это абсолютно не сладкий аромат, то есть тот, кто не любит не сладкие ароматы, однозначно это не для вас, и те, кто не любят розу в парфюмерии, конечно же, это не для вас, но я люблю розу. Что скажу об этом аромате? Аромат сексуальный. Аромат манящий, аромат по мне на все сезонья. Я его еще раз. Ой, классный. В общем, зеленый такой аромат, кожано-зеленый, розный. Здесь, конечно, роза, ее величество роза и чуть-чуть кожи. Так я ее слышу, можно сказать, даже кожу почти не слышно. Но, опять же, не любителям кожи сюда лучше не смотреть. Но аромат прекрасный, превосходный. Насчет стойкости, не знаю. На себе я его не слышу, там 12 часов. Где-то может быть, как я его слышу на себе, это часов, наверное, 5, не больше. Вот. Но муж отмечает и говорит, что да, слышно целый день. Поэтому, да, вот как в шлейфе, очень шлейфовый аромат. Классный. 10 миль. Так, следующий. Это вообще, если вы видели в предыдущих видео, как мне достался этот парфюм, это тестер. Вот, купила я его в Амстердаме. Ровно 50 миль было. Может быть, 49, не знаю. Ну, в общем, за 40 евро, по-моему, 40 евро или 30 евро. Ну, в общем, вот такую смешную цену. Магазин переезжал, они распродавали все. И вот я нарвалась, именно моя хотелка. Я хотела давно Амуаж. Амуаж Love Tuberose, да, забыла сказать. Амуаж, как амуаж, что можно сказать. Но я рада, что у меня именно 50 здесь миль. Я рада, что я не купила его в полноразмерном флаконе. Сейчас объясню, почему. Он прекрасен, он очень красивый. На мне он кричащий. На мне его слышно за километр. Я не знаю такой стойкости в амуажах, как вот именно этот на мне кричит. Не знаю, у меня есть амуажи и в миниатюрках. И вообще, я, в принципе, знаю амуажи все, ну, за исключением, может, некоторых. И то даже я успела протестировать и новинки. Это просто как для меня, это такая громкость, пол пшика и пол распыления. Муж говорит, что вообще просто весь дом пахнет, весь подъезд пахнет, вся улица пахнет, вся машина пахнет. Настолько он на мне кричит. Поэтому 50 миль мне с головой, 50 миль, не знаю даже, когда его закончу, честно говоря, потому что для меня этот аромат, помимо всего, он все-таки чуть-чуть такой,
более юный, что ли, да, то есть я не говорю, что нам, женщинам, которым уже, грубо говоря, за 40, не положено пользоваться такими ароматами, конечно же, да, но вот особенно девчонки, вот молодые, кто хочет познакомиться, начать знакомство с амуажа, да, вот начните, наверное, с Love Tuberose, если вы любите такое сладкое, сливочное, такое вот мороженка, не знаю, здесь тубероза, она очень сладкая, очень такая яркая, сладкая, мороженое, сливки, вот взбитые сливки. В общем, потрясающий аромат, на самом деле, очень-очень красивый, но для меня вот 50 это прям с головой, поэтому очень хорошо, что именно я взяла себе вот такой вот, скажем так, 50 миль, да, и, а не 100. Потому что, честно говоря, даже не знаю, когда я его закончу, хотя вот видно здесь, что он уменьшается потихоньку, потому что сейчас вот само то время, сама та погода, что его нужно носить. По крайней мере, вот у нас в Израиле сейчас там и плюс бывает 25-28, даже вот плюс 30 было. Он классный, классный. Но с дозировкой, потому что для меня это один из самых стойких и самых шлейфных амуажей. Вот на моей коже. Следующий у меня Одуэль. Это ванильный аромат, это в туалетной воде 50 миль. Его я знала хорошо, его я тестила еще в Израиле. И знаете, как тестила? Даже могу рассказать. Я на одну руку нанесла, по-моему, Xneela Last in Paradise, на другую африканский Baal by Reda. Вот, ну и все думала, какое мне больше нравится. Вот где-то прошло, наверное, может быть, часа 4, если не больше. Я уже дома мою посуду. И вдруг я слышу, я понимаю, что это от меня, но я вообще забыла, что его нанесла куда-то здесь на сгиб локтя. И я начинаю обнюхивать свои руки. И я слышу, конечно, и Last in Paradise, я слышу также и By Reda. Но это было не то, я не могла понять, что, и вдруг вот я поняла, что это именно этот аромат. Боже, это такая красота. Это в базе просто превосходный аромат. Он классный, он древесный, такой ванильно-древесный, чуть-чуть ваниль такая подкопченая. Но за счет того, что это туалетка, она не такая прям вот безумная копченая ваниль, да? Не знаю, очень пудровый, такой пудровая ваниль, но не ваниль, вот вроде ванили, древесность. Ну, в общем, потрясающий аромат. Вот кто любит ароматы с ванилью, но не такой прямолинейный, вот обратите внимание на этот аромат, затестите, конечно, вначале, потому что все-таки, но он очень красиво раскрывается, это прям вот... Не знаю, для меня это прям must have. Я раньше вообще проходила мимо этого бренда. И вообще не знаю, почему я у нас представлена это в Израиле. Но я не знаю, как там мне было всегда. Ну вот мимо я проходила и все. И вот этот вот он зашел. Я уже в Мадриде, когда... И главное, я забыла, как он называется. Потому что я даже не обратила на него... Ну, как бы вообще так проходну, так вот просто брызнула и все. Я вот когда уже в Мадриде подошла к этому корнеру... Боже, я ей сразу говорю, мне нужно что-то с ванилью. Она мне дала этот, я говорю, да, это он. И вот еще раз я на себя его нанесла, походила, погуляла. И я поняла, что я должна его себе приобрести, потому что ну, это просто отличный, красивейший аромат. С ванилью, такой копченый чуть-чуть, древесный, пудровый. Ну вот супер, супер, девочки. Вот кто любит такое направление, обратите внимание. Но опять же, вот мне нравится туалетка. Парфюмерная вода мне не очень, потому что она для меня вот прям ванильно тяжелая такая, а этот вот прям супер туалетка бомба. Что у нас еще здесь? А, ну давайте я вам сейчас покажу свою долгожданную покупку. Это Killian Rolling in Love, которую я в принципе уже разносила, но не могу сказать, ой, как тяжело он снимается, не могу сказать, что я его разносила прям на 100%. Вот такой флакон, красота. Это тубероза. Это миндальное молочко. Здесь миндаль, тубероза, цветы, ваниль. Какая-то молочность такая. Он очень такой страстный, такой какой-то безумно сексуальный, да? Ну вот, что могу сказать за него я?
очень странный аромат именно в раскрытии. Вот я не могу объяснить. Может, если у кого-то точно так же, как у меня, вот напишите мне вообще, потому что я не могу понять. Во-первых, в жаре сильно я его не разнашивала, потому что все-таки я считаю, что его время года – это прохладная осень-зима, вот, но никак не жаркое лето. Но, нанеся его на себя, я его слышу буквально, не знаю, наверное, несколько минут. А потом как будто его вообще нет. Вот нет и все. То есть, если я утыкаюсь носом, допустим, в то место, куда я нанесла, да, я его слышу. Но чтобы вот я слышала, знаете, шлейф или вот... Я его не слышу. Мне даже показалось поначалу, что он как бы, ну, странный парфюм, ну, не могла понять. Но... Допустим, на следующий день, когда там вещь, на которую вы нанесли, на следующий день вдруг вы открываете шкаф, шифонер, и вы слышите именно этот аромат, это потрясающе. То есть я так понимаю, что его слышат, но не слышу его я. И в нем еще прикол. Он разогревается на коже, он сразу вот на мне опять же, его не слышно. То есть, ну, как-то вот со временем, по истечению какого-то времени, он начинает греться у вас на коже и выдавать вот какие-то такие вот флюиды, да. В общем, такой какой-то классный аромат. Я даже могу его назвать аромат Фантомас. Почему Фантомас? Потому что, знаете, он то тут, то его нет, то он опять есть, то его нет. Но вот удивительно, что в шифонере им пахнет. Все вещи, да, вот пахнут именно им, хотя я там пользуюсь еще другими, но на себе я его не слышу. Поэтому, да, вот такой вот аромат, но он все равно, я все же считаю, что сидит ближе к коже, чем, допустим, другие парфюмы от Киллиана. Ну, аромат потрясающий и вообще выходной, конечно. Очень сексуальный и соблазнительный. Поэтому вот кому нужно такое что-то вау-вау-вау, это он. И даже, знаете, вот мне даже нравится, что он не такой крикун, да, что он вот действительно какой-то интимный, такой сексуальный, такой, ну, потрясающий парфюм. В общем, все-таки появился он у меня. Следующая моя покупка тоже будет Киллиан. Я очень хочу еще себе там приобрести кое-что, но это уже позже. Сейчас вот пока вот он. Красавчик, красавчик. Ну и крайний аромат на сегодня, который я вам хочу показать. Это вот такой вот Ганимед от Марка Тони Барва. Девочки, это реально, это что-то очень крутое. Это что-то очень невероятно крутое. Посмотрите, как он выглядит. Здесь вкладыш, описывается здесь все его ароматы. Вот. Потом, что еще хотел сказать насчет этого аромата. Он занял в каком году, по-моему, в 2019-м FIFA. Да, то есть он получил, можно сказать, Оскар. Вот. И он реально, он стоит того, чтобы получить Фифи, понимаете, потому что он меня просто поразил. Он поразил меня, он поразил моего мужа. Это потрясающий аромат, девочки, это потрясающий аромат. Но он очень взрослый. Это аромат не для девочек таких, знаете, молоденьких. Хотя, в принципе, как бы, почему нет, но он вот, он взрослый, он представительный, он очень соблазнительный, он очень сексуальный. Он звучит на моем муже потрясающе, и на мне он звучит потрясающе, притом на моем муже выходит прям кожа, знаете, вот прям кожа-кожа, да, а на мне нет, а на мне что-то такое невероятное, я даже его не могу вот расчленить, как он звучит на мне, вот на муже вот явная прям такая кожа, и муж мой сказал, насколько он вообще просто поклонник тосканской кожи Том Форда, да, это его самый любимый аромат, он его очень любит, этот он считает, что даже превзошел в какой-то степени его, настолько он потрясающе звучит на мужчине, да, и на женщине, то есть это вот чисто унисекс, который звучит на женщине и на мужчине по-разному и одинаково сексуально, то есть если вы брызнете на себя, то это вот для вас чисто женский аромат, да, грубо говоря. Если вы брызнете его на мужчину, то вот это мужской аромат. Это моя новая любовь. Единственное, что, конечно, о май гад, это что-то с чем-то. Сладости здесь нет. Здесь есть шафран. Это ноты шафрана, это мои любимые ноты. И шафран мне вообще очень подходит. Он раскрывается на мне потрясающе. Никакой не медицинскими нотами, ничем. Вот муж, например, на себе слышит еще чуть-чуть больнички. Он говорит, я прям слышу вот запах бинтов, что-то такое. Ну, очень-очень так отдаленно, но он слышит. Я же не слышу
не на нем, этого запаха бинтов, да, и не на себе. Ни в шлейфе, ни в комнату, если распылив. В общем, не слышу вообще, а вот он слышит. Поэтому тут уже надо думать, да, если кто-то не любит вот такие вот ноты, чуть-чуть больнички, если они, наверное, будут ощутимы для их носа, то, конечно, нет. Потому что я люблю, мне нравится бакара в парфюмерке, она мне всегда нравилась. Я слышала там йодистость, я просто кайфую с этих нот. Поэтому, да, это мой аромат. Очень представительный, очень взрослый. Страстный, сексуальный, в то же время держит вас на расстоянии, и в то же время нет. И вот, ну, какой-то просто взрыв башки для меня, вот серьезно, прям зачетный аромат, браво, браво, это Квентин Биш, я уже поняла, что все ароматы Квентин Биш на мне садятся как надо. В принципе, с закрытыми глазами можно заказывать ароматы Квентина Биша, вот лично для меня, и даже без теста я уже точно знаю, что на меня они садятся просто, вот, просто супер. Я тестила флёр наркотик от X-Nihilo, который я проходила, не знаю почему, принципиально мимо него. Я знаю очень хорошо этот бренд, но вот как-то это всегда у меня оставалось в стороне. Думала, ладно, потом как-нибудь нанесу на себя. Но все-таки пришло то время, когда я реально его нанесла на себя. И что я могу сказать? Это так красиво мне раскрылось, что я очень хочу себе флёр наркотик. Это тоже Квентин Биш. То есть у меня есть еще пару ароматов Квентин Биш. Они, опять же, на мне прекрасно раскрываются. Поэтому, девочки, кто любит парфюмера Квентин Биш, кто 100% знает, что его парфюмы, его произведение искусства будет на вас звучать действительно как произведение искусства, да, в парфюмерии, то я советую даже, ну, хотя бы 30 миль. Кстати, есть флакончики, которые он продает по 30 миль. Особенно вот взрослым женщинам, взрослым мужчинам, то есть не девочкам и мальчикам, которым там еще, а именно, да, это вот прям супер-супер. В общем, вот такие вот были у меня покупки нишевой парфюмерии, мои новинки. Всем спасибо большое, что вы заглянули ко мне на канал, и всем бай-бай.